Слушатели. Всем привет! Я сегодня вам расскажу о моем, таком лего, которое у меня уже было. Вот это машина догоняющих преступников на мотоцикле. Сюда входит полицейская машина, два преступника на мотоцикле и горка. Такое лего у тебя уже было? Да. Ну, просто мы купили его еще и раз. И я вам начну с наклеек. Наклейки такие обычные. Это идет вот сюда, это сюда, эти две сюда, это сюда. И теперь давайте я покажу инструкцию. Я начну завтра, вам интересно будет. Тут детальки всякие, тут машина заканчивается с такой. Тут... 43-я страничка. 45-я страничка. Инструкция тут закончена на интересном. И пошел бандитский мотоцикл. Бандит, он вот такой. Так, я поближе все-таки покажу, да, ребятам. Так, где тут у нас бандит? Вот он у нас. Такой вот бандит. Сзади у него... $10. Денежки сзади спрятаны. Особенно две. И бандитский мотоцикл. У него черный мотоцикл, как и все мотоциклы, с подставкой такой крутящейся. Я бы сказал, какой-то он гоночный у него, такой кроссовый мотоцикл. Да, кроссовый. Хотя девчонка на кроссовом. А, так слушай, так это же девчачий мотоцикл-то, Тимка. Ну и что? Вон, девчонка же на черном-то мотоцикле едет, а парень-то едет на красном. А, у тебя все перепутано, ну ничего страшного. Вот теперь идет девчонкин мотоцикл, я могу переменять. Да не страшно. О, смотрите, как можно сделать. Да, она как будто бы летит на нем, да? Да. Вот теперь идет горка. Это, я вам показываю, первый пакет. Вот теперь идет горка. Тут так. Ой, как это сказать? Не знаю. Для пожарной штуки какой-то. Бронзбойт или чего, не бронзбойт? Знаю. Бронзбойт? Не знаю. А вот это мусорный ящик. Вот такой мусорный ведро. И вот тут горка. Тут мотоцикл может вот так вот. Ой. Давай тогда я поближе ребятам покажу горку. Мотоцикл. Давай тоже. Вот такая она горка. Видите, тут девчонка на своем мотоцикле взлетела. На нее как можно запрыгивать и взлетать с нее. Да. Теперь пошла наша полиция. Полиция такая. Человечек. Вот. Не достается. Вот такой вот. Сейчас одену ему шляпку. Вот такой вот. Супер полицейский. С рацией сзади, да? Да. Нарисованный. Вот такая вот супер машина. Тебе она нравится? Да. Да. И в ней двое наручников. Надо один. Один, чтобы наручники были, а я два захотел. Так это было в оригинале, ты один, ты второй сам добавил, что ли? Да. Ага, понял. И вот тут вот они лежат. Наручники лежат вообще тут за стеклом. Можно посадить сюда полицейского. Так вот. Ну, если убрать крышу, то это получится кабриолет. А если наклейки еще не наклеить, то тогда можно обмануть преступников. Они подумают, что это просто кабриолет. А их этот кабриолет полицейский поймает, я думаю, что это у него мигалки. Тут был номер. Вот тут вот можно закрыть. И машина наша поехала. Бип-бип. Сзади коробки. Тут полиция едет. Тут полиция уже
успела арестовать преступника. Угу. Тут вот они угоняют. Угу. Тут полицейский бежит за ними. У них, то есть, смотри. А тут они прячутся, чтобы полиция их не угу. увидела. И тут все инструкции. Тут нет все инструкции. Угу. Тут только номер 60042. И полицейский такой. Угу. Вот тут вот они тоже спрятались, а, их угу. А за ним полиция бежит. Вот так вот. Угу. Ну, все и понятно. На этом мой набор закончился. Всем пока. Пока, ребят.